композиторы, имена которых знакомы нам из-за невероятной известности только лишь одной какой-нибудь их пьесы. Чардаш Монти, Полонез Огинского, прелюдия до диез минор Сергея Рахманинова и, конечно же, свадебный марш Феликса Мендельсона. В сегодняшней программе не только марш, мы познакомимся с целой чередой выдающихся его крупных и небольших оркестровых сочинений. По мнению Роберта Шумана, современника Мендельсона, это Владимир Добровольский. Bye-bye.